О, здравствуйте, Аризона, Рулиплей Феникс, IP, а также мой никнейм, а также все прочие вещи, а также много всего есть в описании под данным видеороликом. Заходите прямо туда и ознакомьтесь со всей информацией. А сегодня я посмотрю вторую часть многозначительного ролика, с которого в прошлый раз началась моя карьера реакциониста, реакционера и всех прочих, в общем-то, акционеров Газпрома. Вертеич, звоню подписчикам, часть 2. Давайте приступим. Инстаграм вот тут. Задан Семен, подписывайтесь, там много сторисов выходит иногда. Давайте перейдем ко всему этому. Звоню подписчикам 2. Реклама. Если ты еще не играл в криминальную Россию с телефона, не играл никогда. Для тебя новость. Ага. Матрешка. Это бесплатная. Ё-моё, то есть он, получается, рекламен каких-то конкурентов. То есть я правильно все это понимаю? То есть вот у Arizona Roleplay есть родина РП, а Вертеич рекламит конкурентов. Вот это вот. Матрешка, чё ж не было лайка-то тогда? Игра про Россию, в которой можно погрузиться с максимальным комфортом. Неважно, где ты находишься. Ты можешь играть где угодно и стать... Даже если у тебя нет дома, неважно, где ты находишься, главное, найди бесплатный Wi-Fi и заходи на Black Rush. Никаких матрешек, ничего, Black Rush. Стать кем угодно. Начиная простым работягой и заканчивая криминальным авторитетом. Ну я авторитет. И вообще президентом. Владимир Путин, что ли? Не, вторым Владимиром Путиным не стоит. Тебя ждут крутые тачки, роскошная недвижимость, азартные игры, голосовые... Продался, Вертеич, что получается реклама у него. Чат, куча организаций ну и да, развлечений. Конечно. Если заинтересовал, ссылка и промо для прокачки будет в описании. Ну все, у тебя там привет в описании всем будет, домашним конечно. Шалунам. Вами... Привет, я шалун тот еще. Никитос. Месяц назад я выкладывал видос, в котором звонил подписчик... Да, и месяц назад у меня началась карьера вот этого реакционера всего. ВК. Так вот, в комментариях было очень много просьб снять вторую часть. Первую я оставлю в подсказках. А сейчас всем приятного просмотра. Давай, давай. Вертеич, у меня такие же кроссовки. Где? Где? О, вижу, парень богатый. Алло. Здорово, ты меня сейчас обманываешь, да? Нет, смотри. О, ебать, у тебя даже с зеленой этой проставочкой между... О, красавчик. Ёпта. Это у меня вот таких уже 4 пары было. Собака поганая все сжирала. Что-то на богатом. Ладно, у меня есть кот, смотри. У меня тоже. Ой, ебать, хочешь прикол? Ё-моё, короче, брат, сейчас. У меня такой же начальник, блядь, дома, смотри, в галстуке. У нас... То есть даже вот все украли. Одинаковые коты даже. Очень странное совпадение. Да. Если бы у него еще X5 черный был, по праву можно было бы назвать его моим братом. Мне кажется, ты хотел мне помочь финансово. Ха, мне кажется, ты что-то попутал. Он хочет в друзья. 2005 год рождения. Нарушаем. Финансово. Кто же хотел? Мне хотели помочь финансово. Ссылка на донат в описании. Там же спонсорская подписка. Раем. Алло. Ай, бля, беда. Угу. Алло. Не, мне кажется, ты мне хочешь помочь финансово. Как ты это понял? И ты это сам решил? Да. На зоне мне нужны деньги финансовые. Помощь финансовая нужна. Ладно, хорошо. Я постараюсь тебе чем-нибудь помочь. Нет. Я сосухуй третий день. Я сосухуй первый день. 27 мая. Так подожди. Ты, кажется, что-то не подрасчитал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так он, типа, в разные дни это делал, Вертеич. Это не значит стыдно. Ты сосешь хуй 15-й день. Учись считать. Видимо, он очень занят. После таких сообщений несложно предположить, чем. Прими заявку, заебал. Хорошо. У него аватарка, купи треню. Заебал. Окей, принимаю заявку. Заебал. Бери трубку. Здесь меня тоже так принял. Заебал. Да не возьму я. Заебал. Да почему? Ты заебал. Ролик, инфо, сотка. Ладно, заебал. Давай. Когда на забив, чел? Или слит? Он мне тут видосы присылал. 415-я база, ответьте. Баян. Говорят, Никита Пердеич отвечает в ЛС и посылает нахуй. Или поздравляет с шизикой. Это так? Привет. Привет, привет. Иди нахуй. Мне так стыдно. Да все нормально, ничего стыднее, чем правление Ельцина не будет. Стоп. Прости, пожалуйста, я просто видео снимал, ты знаешь, ну это же весело, это же смешно, наверное, но ты же не обиделся, правда, да? Я не обиделся. Нет, я охренел, я сижу, листаю ВК, вижу звонок, я такой, не понял, что это было. Я подумал сначала, что это ошибка ВК. Ладно, пошел нахуй.
Блин, брат. Сейчас весь видос будем с ним общаться, да? То есть уже 3:28 прошло, и так... Брат, прости. Как-то это все не продумал. Я просто подумал, что будет смешно, если я пошлю тебя 2 раза нахуй. Ну, слушай, Бог любит троицу. Пошел нахуй. Блять, ору! А дальше мы с ним нормально поговорили. Ладно. Минут 5. И я пошел заниматься своими делами. Какими? Потому как наткнулся на интересное сообщение. Ага. Кидай карту, я тебе на пивасик скину. Брат, твой выход. Ща. О, спасибо. Реально. А теперь хочу роспись. Принимаем. Давайте ему лайкнем аватарочку и напишем. А мне вертеч, можно мне лайкнуть аватарку? В самом деле, я самый преданный подписчик. Надеюсь, что он крутой. Че звонил, кстати? Да я просто, брат. Ты тут? Тут? А что? О, а у меня на руке 5 пальцев. А у тебя? 5? О, а чё так много? Люкс-комплектация. У моего друга 2. Ну так эконом. Чё ты хотел? Никита, привет. Давай я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь... Руки и сердце. ...отказаться. Привет, Вячеслав. Давай. Чё-то он очень долго пишет. Давай я, короче, подпишусь на тебя. Поставлю лайки на 5 последних роликов, а ты примешь заявку в друзья. Угу. Стоп. У тебя лайки не стоят. Как? А вот так. Сейчас поставлю. Стоит лайк, стоит лайк, стоит. И там тут хуй, тут фотка хуя просто чел скинул. Стоит, стоит. Условия выполнены. Стоит, можно добавлять друзья. Идем дальше. Добавил. Аспер Ковалевский прислал мне какую-то аудиозапись. Секундочку, где моя колоночка JBL? Набираем ему! Я думал, что есть такая группа Клещи. Писал в YouTube, и там группа Клещ. И вот это, как бы, песня я на дырка. Современные темы. Прошу, не слушайте этот трек. И вообще, я осуждаю все, о чем там поется. Ты лошок! Привет, вертейка. Что делать, если вчера съел морожку, и мама сказала, если на следующий день у меня заболит горло, то она придушит меня. И сегодня у меня заболело горло, что мне делать? Вы, наверное, подумаете, что все, парня больше нет. Нет, но нет, ему повезло. Это было 29 июня 2020 года, сейчас 21 год, 10 июня. Прошел год, он жив. Ну, а раз жив, пусть отвечает за ложка. Во-во-во, всё, наебей! Я пошутил. Сыканул, да? Поднимай давай. Всё, ага, не надо. Не-не-не, иди сюда. Ага, не надо. Давайте так, вы подписывайтесь на мой канал, а я его подписан, не трогаю. По-моему, нормальный договор. Пацаны, надо добивать 600 тысяч. Там осталось... А сколько осталось? Ну, кстати, ну по копейкам, да, как у меня подписчиков на канале даже больше. Вообще, капелька. Я очень в вас верю. Сейчас думаешь? Видосов очень много, но вы ну, сами да. все видите. Спасибо за просмотр и да, пожалуйста, пока. Вертеч. Сейчас у меня тоже вылезут плашки тут, вы сможете посмотреть предыдущие видеоролики, зайти на них и там много еще всего сделать. Поэтому, друзья, если вам все это нужно, если вам все это необходимо, если вы давно хотели попробовать себя в плане каких-то развлечений, увлечений и всего прочего, то вы можете перейти сейчас и нажать на иконки, которые всплывут.